Сафоновым. А мы стараемся всеми нашими силами, возможными, наверное, собирать помощь для приюта «Верность». Для наших подопечных очень много находится здесь собак из города Сафоново, поэтому мы стараемся всеми возможными путями. Вот эту помощь сейчас привезли из двух магазинов. Корзины добра расположены в городе Сафоново в двух магазинах. Это магазин «Улей» ИП Шаблинский и магазин «Светофор». Это там, где сеть магазинов выйдет, «Светофор». Вот эта вот помощь именно оттуда. Много вкусностей, много корма для собак, очень много мешков. Этот магазин «Светофор» нам обеспечил такую помощь. Очень много мясных изделий в вакууме, так что долгого хранения. Поэтому тоже очень рады, как говорится, этой помощи на длительный срок, я надеюсь, хватит даже. Вот, поэтому моющие средства, там всякие мыло, порошки, стиральные, рабочие, там какие-то перчатки, вот такое вот. Все то, что нужно и необходимо сейчас. Как волонтеры лучше всех, наверное, знаем о том, что сейчас помощи все меньше и меньше становится. Именно из-за того, что происходит в нашей стране. Но мы надеемся, все будет хорошо.